часы, настенные наручные настольные, будильники, барометры, аксессуары, подарочные сертификаты. Часы – лучший подарок. Магазин «Часы», Первоуральск, Чкалова, 43. Одноразовое питание – это для тех категорий граждан, малообеспеченные семьи, затем, значит, многодетные семьи, и дети-сироты, либо дети, оставшиеся без попечения родителям. Им будет оплачено одноразовое питание из расчета, значит, один раз в день. И также двухразовое питание, значит, будет оплачиваться детям-инвалидам и детям с ОВЗ. Из первой категории, которую я проговорила, где одноразовое питание, значит, учащиеся первых четвертых классов в размере 51 рубль в день, значит, категории 5-11 классы 62 рубля в день. Значит, двухразовое питание из расчета 90 рублей в день. Для того, чтобы получить эту компенсацию, родителям нужно написать заявление от руки по образцу, которые размещены, образцы у нас на сайте управления образования, на сайтах школ. По этому образцу они пишут заявление, сканируют, либо фотографируют и отправляют каждый в свою школу. Никаких документов пока прикладывать больше не нужно. Если понадобятся необходимые документы по конкретному случаю, значит, родители будут проинформированы. Обращаю внимание, что компенсацию могут получить родители, которые являются жителями Свердловской области. Обязательное условие, что они должны быть с ребенком прописаны по одному адресу.